За многолетний добросовестный труд, а также за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и развитие системы образования. Наградами отмечены педагоги Муравленко. Почетными грамотами губернатора награждены Татьяна Хмеловец, Станислав Петров, Денис Шарафутдинов. Грамотами департамента образования отмечены Ростислав Головченко, Татьяна Филипенко, Светлана Шевелева. Благодарность департамента образования Ямала объявлена Елене Быковой, Владимиру Залютинскому, Люции Камаловой, Алдиновой, Марине Котелкиной, Елене Поликарповой и Василисе Тавтаровой. Благодарность депутатов Тюменской областной думы объявлена Дмитрию Огневу. Также дипломами за второе и третье места в региональном этапе премии «Мы вместе» награждены Мария Бондарчук и Ольга Черная.